Congrats. Всем доброго, слегка ветреного, слегка мокрого, но очень красивого утро Балтийского, вернее, утро с моря Балтийского. Ночь прошла нормально, так слегка покачивала коллега вдвоем в каюте с Украины. Говорит, так боюсь, что штормить будет. Говорит, так боюсь этих качек. А у него получается верхняя полка. Я говорю, ну давай я наверх залезу. Короче, поменялся с ним. Нормально, все. Критического ничего нет. Так что бежим. Еще целый день нам здесь бежать по Балтике. Сейчас только что коллегу встретил, подошел. Подписчик с Ростова. Привет тебе, дружище. Постояли, как раз поговорили. Что вот такие дела, братцы. Он на Германию идет. Но нам подальше. С парома, с прибытием вас, нас всех. Время 9 вечера местного, 15:10, правда. Так, сейчас мы тут остановимся, станем, нам надо дозвол заполнить, потому что нас на выезде могут встретить. Мюнде. Немецкий портовый город. Так, выход направо. Выезд не снимал, прибытие парома не снимал. Почему? Потому что вопросов. Мы сейчас вот здесь вот справа станем, заполним дозвол. Вот, чтобы никому не мешать. Заполним немецкий дозвол и спокойно поедем. Забьем наш адрес и тронемся, я вам все расскажу. Все, дозвол заполнен, можно ехать. Немцы свой контроль проводят.
пришли мы, получается, сюда за... Вот, раска, кстати, стоит. Причем не одно. Мы пришли сюда... 9 по местному мы пришли. 10, 8, ну, за 26 часов. Тоже не так уж и быстро, я вам скажу. На следующем повороте поверните направо. Вот. На следующем повороте поверните направо. Хотя он и прямой паром, да? Сейчас мы едем в Гамбург. У нас растаможка в Гамбурге. Едем на таможню в Гамбург. Ну, у меня написано что? Написано, что таможня работает круглосуточно. Такой вопрос, как бы, момент я не исключаю, потому что... Ну, все-таки Гамбург, портовый город, там все дела. Я как забил, вроде бы таможня на 7-м автобане. По-моему, я когда-то на ней был. Ну, факт в том, что стопроцентно, что она там, конечно, работать будет. Конечно, стопроцентной уверенности у меня нет. Но в любом случае мы едем туда. Если работает, и если даже вдруг растаможит, вдруг, ну мало ли, какие бывают иногда приколы. Ну получается, тогда и дальше поедем. Ну а если вдруг не получится, что тогда? Тогда будем стоять до утра, паузу крутить. Через 100 метров продолжайте движение прямо, затем продолжайте движение прямо, продолжайте движение прямо, затем продолжайте. Так, тут у нас еще один контроль прямо. Или это так? Нет, это местная портовая. Ага, прямо. Окей, спасибо. До Гамбурга мне рисует 90 километров отсюда. Плавно поверните налево. Вот она, это парковка, стоянка в ожидании парома. Тягачи стоят, которые тут эти прицепы забирают, отбирают. В общем, мы двигаем в Гамбург. А там будем на месте смотреть, какой там будет расклад. До порта едем по-любому. Через 100 метров по главной дороге держитесь. Коллега Анатолий, привет тебе, на пароме шли вместе. Я не знаю, но я больше русских машин там не видел на российских номерах. И прикиньте, оказался мой подписчик, дружище, с Ростова. На следующем повороте поверните направо. Он на Голландию. Выгрузка, потом в Германии загрузка. Но нам слегка подальше. Сегодня 15-е у нас. Уже вечер. 15 декабря. Оно бы, конечно, сейчас бы растаможиться, было бы очень даже бы было бы интересно и неплохо. За ночь бы я тут дунул бы через всю Германию. Может быть, мы в пятницу успели бы и выгрузиться. Сегодня у нас что? Сегодня у нас вторник заканчивается. Да. Все будет известно, когда приедем на таможню.
Прибытие, я говорю, прибытие хотел снять, вышел на палубу. Такой ливень. А сейчас вот нет дождя практически. Такой слабенький совсем. А тут такой ливень валит. А мне какое снимать? Короче, я вернулся обратно. В этот кампус. Или на кампус. Все, погнали в Гамбург. На таможню. Там у нас Гамбург. В общем, мы с вами находимся через 1 километр на первом автобане. Нам нужно на 7-й. Таможня у нас там. Первый-то с 7-м пересекается, но это получается круг. Мы сейчас поедем, попробуем срезать. Вот как-то вот так, куда мы сейчас едем. Не знаю. По мне, так самое главное, чтобы в порт не упереться. Насколько я помню, там в порт, если туда заехать, тогда так просто не выйдешь. Там на таможне там. В общем, отсюда получается мне... Сколько тут? 12 километров остается. Поедем, попробуем. Не знаю. Может, получится. Сюда. Вот видите, Хайфен направо, порт, а мы немножко вот левее уходим. Что вот сам порт нам не надо. Хотя одна кричит туда, вторая кричит не туда. Не поймешь, какой куда. Теперь куда? Съедьте с автомагистрали. Одна съезжать, другая прямо. Едем прямо. Мне так кажется. Самое интересное, вот недавно прочитал. Вернее, не прочитал, а узнал, что, ну, за что купил, за то и продаю, может, конечно, неправда, но самое большое количество мостов... В Европе, во всяком случае. Это не в Венеции, не это нигде, а именно вот здесь, вот в Гамбурге, представляете? Я думал, что самое большое количество мостов в Венеции. Нифига. Вот именно вот в этом городе. А так, если я вот правильно помню, мой самый первый рейс вообще в Европу, вообще вот сюда вот, был именно в Германию и именно в Гамбург. И вот мы сейчас едем на эту таможню. Именно на которую... Оп. Ездил вот тогда. Именно там я растамаживался. Этой таможни, куда мы сейчас едем. Главное, чтобы мы туда попали. Я говорю, чтобы только вот... Вот нам сейчас направо. Чтобы нам именно в порт не упереться. Вот за что я переживаю. Держитесь правее. Через 50 метров держитесь правее.
что надо будет как-то разворачиваться. Что-то они тут крутят, верцат. Ё-моё, по-моему, они меня именно через порт тащат. Или нет? Куда вы меня затащили? Тут все перерыто. Слушай, надо было ехать. Семерка автобан сюда указатель. Ну, значит, мы туда и сейчас и приедем. Семерка автобан, все правильно. Я уже боюсь куда-нибудь заезжать с какой-нибудь город. Что-то как куда-нибудь не приедут, так вечно куда-нибудь. Как забуримся, так. Главное, что какое-то ограничение там, высоты там, еще чего-нибудь не было. Вроде нет. Хотя так, мостик такой стрёмненький, я вам скажу. Незапланированный экскурсион. У меня такое ощущение, что мои эти две царевны, они вот как специально работают, чтобы только побольше это. Через 100 метров держитесь правее. Поводить так, что-нибудь интересное показать. Какие-нибудь такие. Вам не кажется? Я вот что-то уже начинаю сомневаться в их адекватности. А не того, что дамочки такое ощущение, что вот на публику работают. Есть что папа сказать? Поехали в объезд, объедем. Единица с семеркой пересечется и пойдешь по своей семерке в сторону Дании нам надо. Ну вот, не доезжая Эльбы, у нас будет таможня. Нет, надо вот поехать вот так вот хитро. В общем-то, зато интересно. А так отсюда еще 8 километров. Вот нам здесь вот. Ну, вроде в порт не занырнули, и это радует.
Потому что, ну, помню, в порту-то бывал несколько раз там. Въезд через таможню. Тебя запускают без проблем, все, заезжай. А выезжать тоже через таможню, ты уже должен там какие-то документы показать таможенные. Просто что ты сюда припирался? Не, ну поймут, покажу, что там русский турист, облик Урали, Никс Ферштейн, куда ехать, моя твоя, не понимай. Это все понятно, они так пальцем у виска покрутят и скорее всего отпустят. А может быть и нет. Сам порт у нас где? С правой стороны. То есть мы в сам порт не зарулили. Вон уже идут все причалы, не видны там все дела. Но вам отсюда не будет видно ничего. Тут дорога вдоль порта. И вот они пошли все. Вот, вот направо. Не знаю, что будет видно, не будет. Еще сразу видно, что указатель ЦОЛОМ. То есть знак типа стоп, таможня. Вроде сзади никого, можно притормозить. Будет видно, не будет. Нет, отсюда не видно. Ну, сам факт, что без таможни ты сунув в портовую вот здесь не заедешь. Ну, хоть как в принципе и везде. Порт есть порт. Получается, мы вот сейчас вдоль порта так сунемся. Не спеша. Крадемся. Мост здесь классный, но мы на него не попадаем. Через Зельбу такой высокий-высокий. А если идти туда на Данию по семерке, там туннель под Эльбой. Тоже такой не детский. Вот, наверное, будет, может быть, вот сейчас видно. Сразу вот, вот значок. Таможня. Катаются. Не, ну тут в порту, тут круглосуточно, это ж порт. Корабли ж приходят, нет ни праздников, ни выходных, ни проходных, ничего нет. Слушайте, а мы что, на чертов мост попадаем на это, да? По-моему. Ну-ка. Огонь. Нет, не зря, что я сюда и поехал. Офигеть, мы сейчас на этот мост заедем. За который говорил, по-моему. Да-да-да-да-да-да-да. Круто. Жалко, что ночь. Не получится до конца вам показать, что вы заценили масштабы данного сооружения. Катался я по нему, катался. Даже, видите, дистанция должна быть, тут все, что-то good of far, что-то написано, блин. Ну, штука грандиозная, конечно, высокий такой. Да, все это надо, конечно, днем видеть. Поднимаемся. Надо высоко, тут такие суда заходят. Вы только гляньте вниз, а голова кругом идет. С ума сойти. О, какой он под нами сейчас тут. Морской. Танкер или что там, короче. Не, контейнеровоз.
может, это и не этот мост, может, еще выше есть. Сколько контейнеров. Мама моя родная, вон они стоят тут все это здоровые хреновины с контейнерами. Разгружаются, загружаются. Они что-то все морские, океанские, наверное, тут все. Кому не лень. Да. Какой движняк идет. Эти все шмык туда-сюда. Как тут кто что разбирается? Вот, а наша таможня, вот она. Вот, вот нам вот сюда. Вот она, прямо вот внизу. Готовьтесь к правому повороту через 800 метров. Ну, сейчас как-то мы туда должны будем с вами заехать. Внутрь. Да, вот я вот 100% я на ней растамажился, когда самый первый раз сюда приехал. Потому что я еще точно помню, что мне нужно было съезжать с 7-го автобана. И я тогда напрямую не поехал, а поехал тут кругами. Ну, в общем, это долгая история. Через 300 метров поверните направо. Финкенвагерстресс, затем через 60 метров... Нет, все-таки, наверное, это не этот мост, а может и этот. Ну, тоже грандиозная штуковина. Завтра днем будет интереснее посмотреть на это все. Так, customs clearance. Да, таможня вот сейчас направо. Вот видите, указатели. Направо и еще раз направо. На следующем повороте поверните направо, затем съезд направо. На следующем повороте. Тут тоже не так просто. Там надо заехать, тут тоже будет шлагбаум, все, и уже потом так просто тебя не выпустят. Пока ты тут. Вот там. Или нет? Съезд направо, затем держитесь правее. А нет, как-то въезд свободный. Наверное, въезд свободный, выезд не очень свободный. Так, тир, импорт, налево. Понял? Готовьтесь прибыть в конечный час через 300 метров. Да мы уже прибыли в конечный пункт. Вон тут две машины, мы третий. Ну ты сюда не выйдешь, выезжать уже, по-моему, через другой тут надо. Здание таможни, вот оно. То, что оно работает, это факт. Вот мы, наверное, вот здесь и останемся, я дальше не поеду. Или туда подъехать, подойти. А зачем? Украина стоит, одна машинка. Вторая, по-моему, Украина. Ну что, пойдем прогуляемся. Узнаем. Вот. Регистрация на here. Короче, регистрация здесь. Но, видите, никого нету. 11 часов. В здание в таможню ты не попадешь. Поэтому, я так понимаю, стоим до утра. И до контактного лица не могу дозвониться. Ну, спит человек уже давным-давно. Короче, будем, наверное, спать. Будем решать вопросы с растаможкой завтра с утра. Так-то само здание, вот оно. Ну, туда внутрь не попасть. Хотя там таможенники внутри тусуются. Ну вот, регистрация вот в этом вот месте. А выезд тут свободный, я посмотрел. Тут нет шлагбаумов. Как я и заехал свободно, так вот туда и направо. И тут уже все обошел. Выезд здесь свободный. Поэтому, что, пойдем спать? Что делать? Утром. Утро вечером мудренее. Будем разбираться с растаможкой. Может, наш товарищ объявится. Я ему написал по WhatsApp и позвонил.
Симка-то французская стоит. Сейчас позвони по французской симке. 2 евро минута будет разговор здесь в роуминге. Нафига нам это надо? Написал, не отзывается. Успеет человек. Так что все. Кстати, 8 градусов тепла на улице. Тепло. Немножко помылись тут, по дождичку проехали. Так я думаю, так слегка сполоснулись. Нормально. Я думаю, что все, пойдем отдыхать. И утром будем решать все наши насущные вопросы. А нет, друзья, извиняюсь. Короче, пошел я тут, там у них звоночек есть, в конце концов. Я просто смотрю, вот Украина уехал. Я побежал его ловить, но я его не догнал, быстро ездит. Короче, я пошел, смотрю, там какой-то звоночек есть. Думаю, а я позвоню, ну что ж, не расстреляю же за это, правильно? Позвонил, вышел таможенник, я ему говорю, так и так, я тут к вам. Он говорит, да, все, базара нет, говорит, вот только вот сюда машину перегоните. Я приду, пломбу посмотрю. Говорю, пломбы нету, Эстония Цоль, но пломба, окей, все, ладно. Номер регистрационный записал, он все, говорит, я пойду документы посмотрю, говорит, ждите в машине, я все приду, вам скажу. Ну, ладно, только вот сюда сказал переехать, перед таможней стать. Ну ладно, ждем, может нас сейчас и в натуре растаможат. А это регистрация здесь, это днем, когда приезжаете, ну, сюда вот в эту будочку идете регистрироваться. А так... Короче, ждем. Все. Нас растаможили. Я собрался вылазить, таможенник идет, собрался. Ой, сидите, сидите. Человек бульвара Капуцинов, да? Кайн коннекцин, кайн проблем. Он хотел у меня пломбу посмотреть. Я говорю, кайн пломба, окей. А что нам тут надо еще видеть? Ничего, вот. Т1. На ней штемпель. Все. Таможня финиш. Ну. Огонь? Что тогда, поедем? Немножко поработаем ночью. А что делать? Сейчас только вот только-только в Европе наступила среда. Вот 15 минут, 14 даже, как среда. Ой, где моя папочка? Документы сложим. Ну, ради бога. Какой-то палик подгулявший. С таким успехом мы должны в пятницу успеть на выгрузку. Мы сейчас сегодня отработаем, завтра отработаем. Где-то до Барселоны отсюда 1800 километров. Ну, чуть больше, может. Так что, все, заводимся, поехали. Так, ну, дозвол заполнен, все заполнено, документы готовы. В путь, дорожку.